Обычная реакция свидетеля происшествия – паника и растерянность. Большинство из нас к таким ситуациям совершенно не готовы. А ведь бывают случаи, когда правильно принятые решения за минуты до приезда скорой помощи решают многое. Поэтому сотрудники Красного Креста в рамках специально разработанных тренингов обучают, как в критических ситуациях действовать быстро и уверенно. Брестская областная организация организовала и проводит серию мастер-классов по оказанию помощи при травмах, ранах, кровотечениях. Любой может к нам записаться, но если кто-то хочет получить углубленные знания и практику отработать на манекенах, могут записаться к нам на 8-часовой и 16-часовой тренинг по оказанию первой помощи. Также Красный Крест проводит мастер-классы по обучению уходу на дому. Почему нельзя извлекать осколок стекла из раны самостоятельно? И какие меры необходимо предпринять до приезда врачей, чтобы облегчить боль и уменьшить кровотечение? Как правильно расположить человека, которому стало плохо? Вопросов больше, чем ответов. Рассказать, показать, сформировать навык – три кита, на которых строится обучение в рамках таких встреч. Только отработав все позиции до автоматизма, можно быть уверенным в том, что оказанное человеку внимание будет использовано в его же благо. Университет совместно с Белорусской организации Красного Креста организовали курс тренингов по оказанию первой медицинской помощи для студентов. На этих тренингах наши студенты, благодаря нашим тренерам, обучаются оказывать первую медицинскую помощь, тем самым приобретают для себя необходимые знания, навыки. Самое главное в образовательном процессе – это то, что на занятиях моделируются реальные ситуации и на практике отрабатываются навыки оказания первой помощи. Многие истории приходят из опыта и становятся основой для качественного прохождения обучения. Мы тренируемся, что-то делаем, и это очень хорошо помогает в жизни. Недавно научились освобождать ребенку дыхательные пути, если он, допустим, подавился, делать массаж сердца. Мы разобрали, про какие есть виды кровотечения, как их правильно останавливать. На курсах все очень хорошо и подробно объясняют. Вся информация, она очень полезная, и, думаю, в жизни она обязательно пригодится. Серия мастер-классов для студентов продолжится. Как продолжится и сотрудничество городской организации Белорусского общества Красного Креста с Пушкинским университетом. Возможно, оно станет основой будущих не менее интересных инициатив.